Ребята, есть такая поломка. Робот-пылесос такой, не из дорогих, из дешевых робот-пылесосов, который приобретен на Алиэкспрессе, катается по кругу. То есть мы включаем, он не вот так вот двигается, не отталкивается, а чисто крутится по кругу, получается, на одном месте. Значит, простая причина, в чем у меня была проблема, это вот где направляющее колесико, оно у вас может быть другого типа немного. Снимаем, набиваются волосы. То есть мы снимаем, отжимаем вот эти два фиксатора, может у кого-то другие. Получается, у меня уже проще, я уже снимал. И вот мы видим. Смотрите, какая фигня получается. Просто здесь у нас набились волосы. Оно забивается и не дает этой шестерне двигаться. И у вас получается, робот-пылесос будет просто крутиться на месте. И никаких движений. То есть вскрыли, сняли, вытащили это колесико, почистили то, что волосы набились. Вот видите? И все. И у вас будет он нормально ездить. Спасибо. Всем пока.